Ну а тем временем в Гаити объявлен трехдневный траур по погибшим от мощного урагана Мэтью. Власти страны заявили, что сообщение о почти 900 жертвах стихии не соответствует действительности. МВД официально подтвердило гибель лишь 288 человек. Мэтью, однако, стал самым мощным ураганом в Атлантике с 2007 года. В срочной помощи на Гаити нуждаются 350 тысяч человек. Более миллиона были эвакуированы. Разрушено около 3000 домов. Медики предупреждают, вполне возможна вспышка холеры. Ну а сейчас Мэтью, потерявший силу после Гаити, уже идет вдоль юго-восточного побережья США и ударил по нему. Скорость ветра упала до 120 км в час, что спасло жителей штата Флорида, Джорджия, Северная и Южная Каролина от более тяжелого удара. Тем не менее, Обама объявил там режим ЧП и призвал отнестись к опасности серьезно. Более миллиона американцев остались без электричества. В магазинах пустые полки, не работают заправки, перекрыты федеральные трассы, отменены сотни авиарейсов. Около 3 миллионов жителей юго-восточных штатов были вынуждены эвакуироваться. По последним данным, 10 человек погибли.